Здравствуйте, дамы и господа, и сегодня у нас дуэльная игра в режиме 1 на 1, и это очень хорошая карта, я ее очень люблю играть, это внешние пределы, это карта такого городского ландшафта, полуразрушенная такая, в принципе, очень приятная, мне она реально зашла. Вот кто у нас играет? На восточной части появляется дантист, это хаусит. Как вы знаете, это очень крутой хаусит. Он очень быстро строит храм хаоса и заказывает себе взвод рапторов. Очень крутая вещь, особенно в руках профессионала. Взвод сектантов он увеличил на две модельки, потратил на это 40 единиц ресурсов и пошел, по всей видимости, захватывать центральную стратегическую позицию. Нет, отнюдь, он идет немножко дальше и будет наверняка мешать врагу что-то захватывать. В этот момент мы видим то, что против него играет SWS Starscream. Прикольный никнейм. Человек, который играет за имперскую гвардию. Шаблон накинут на постройку генератора. Есть пехотный штаб, есть имперские гвардейцы и двух техножрецов. Он ведет прямо вот под нос своему противнику и начинает сюда кидать шаблон стационарного тяжелого болтера. Подходят рапторы, которых до этого заказывал дантист, и начинают как-то преследовать техножрецов. Да, он коцает их, с одной стороны это здорово, с другой стороны он будет вот так, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, просто вот так подстраивать. И на самом деле тут ничего не помешает тому, чтобы он построил. Техножрецы очень-очень толстые парни, их особо не пробить. Вы посмотрите, насколько мало урона они получают. И я думаю, то, что стационарный болтер будет достроен. Сектант, я прошу прощения, еретик вот здесь, видите, погиб. Это плохо. Точка не достроилась. И болтер достроился. Болтер начинает стрелять по зданию хаоса. Очень нехорошая ситуация. В этот момент мы видим то, что рапторы начинают понемножечку бить имперских гвардейцев. Тоже сектанты в этом участвуют. И на самом деле нужно что-то делать более грамотно. Ох, как болтер там куски прямо отрывает. На самом деле опасно. Точка застраивается раз, и на самом деле больше, я прошу прощения, вторая точка есть еще у имперского гвардейца. Это достаточно много, кстати, две точки, это хорошо. Что мы видим у хаоса есть? Точка раз будет застроена, точка два будет только застроена, захватывает тут сектанты. Возможно, будет застроено, если удастся провести своего рабочего. Если не удастся, конечно, будет беда. Тут была бы застроена, но, к сожалению, не срослось. Наверху точечка капится, и рапторы по них потихонечку гоняют. Что мне не нравится? Мне не нравится то, что когда рапторы вот так спешиваются и бегают немножечко пешком, мне не нравится то, что они в этот момент не всегда стреляют из своих пистолетов. Хоть и мы видим урона немного, 16 на 20, но если честно, если бы они попадали, то было бы неплохо, и в принципе они бы добивали многих вот этих закоцанных имперских гвардейчиков. Мы видим то, что сектанты, они захватили тут стратегическую инициативу. Мы видим то, что тут начинают захватывать, и рядом с ними всегда стоит лорд хаоса. Лорд хаоса очень сильно мешает противнику прийти и беззащитных сектантов грохнуть. Вот этого еретика нужно уводить куда-нибудь сюда. Нужно его спасать. Заказывается космодесантники хаоса. Вот серьезно, вот это вот очень важный момент. Коцанных парней надо своих спасать. Рапторы чувствуют себя комфортно, точки есть, герой стоит где-то по периметрам, сектанты подходят, захватывают разные вещи, в принципе, чувствуют себя комфортно, и тут происходит какой-то очень-очень жесткий налом. Обидно то, что космодесантник хаоса был заказан, ему нужно реинфорситься и стоять сзади-сзади. Почему? Потому что они, имперские гвардейцы, будут подходить, и их задача сейчас именно убить космодесант хаоса. С другой стороны подходит взвод рапторов, и это уже хорошо. Надо нападать на отряд вот этот. Также реинфорситься нужно, тоже не забывать. И мы видим то, что герой тоже подходит. Герой будет проводить свои очень сильные смертоносные атаки. По нему выстреливает
по нему выстреливает Псайкер, герой себя чувствует некомфортно, Лорд Хаоса, и на самом деле нужно как-то убегать. Рапторы неплохо атакуют, даже космодесантники Хаоса начали сражаться в ближнем бою, но это скорее просто, чтобы как-то сократить дистанцию и начать все-таки в упор стрелять. И мы видим то, что отсюда вытесняются силы имперского гвардейца, и это на самом деле достаточно хорошая новость. Стационарный болтер строится на западном участке фронта. Это абсолютно неприятно с одной стороны. С другой стороны, пока он тут что-то уничтожит, пройдет время. Плюс этот болтер стоит не только влияние, но и энергию. Так что на самом деле вопрос тоже интересный. А он начинает, кстати, бить стационарный болтер. И посмотрите на ХП. То он прибавляется, то он убавляется. Но все-таки больше убавляется. Напал на техножреца, не знаю, насколько это грамотная история, потому что техножрец практически не получает урона. Единственная проблема то, что тут еретика могут убить. А вот, кстати, рапторы уже могут реально набить техножреца. И самое главное, не выпустить его отсюда. Да-да-да, зажали и начали его избивать по спине своими ножичками. Стационарный болтер не был достроен. Великая победа Хаоса. Имперские гвардейцы пробегают мимо, тут концентрация сил, мы видим, космодесанта Хаоса и просто героя. Тут, кстати, ЛПшка прокачанная, поэтому сюда наламываться будет не самая хорошая идея, легче просто отсюда свалить. Центральная точка будет потеряна у космодесанта Хаоса, и на самом деле эта идея, не то что идея, это новость не самая хорошая. Лорда тоже нужно тут засейвить, потому что сюда может прилететь снаряд от Псайкера. Поэтому, на самом деле, да, нужно прям бежать отсюда. Кстати, спасает на лоу хп свою точку. Довольно-таки приятно, заставляет врага выйти из своего укрытия. Прямо здорово. Отряд командования не получится уничтожить, скорее всего. Но получится хотя бы его просто продамажить. С другой стороны, герой сейчас у Хаоса падет, если не отступать. Поэтому отступать, да, определенно надо. Не самая хорошая ситуация сейчас у Хаосита здесь. Да, и точка снимается. И отрядов тут целых раз, два, три. У космодесантника раз, два, три. У врага раз, два, три. Но есть комиссар. Комиссар, зараза, очень сильный. Комиссар дает много морали. Наблюдатели пост улучшается. Тут можно будет уже какой-то форпост организовывать. Хаусит продолжает бегать, убегать. В принципе, все правильно. Еретика своего уводит. ЛПшка тут тоже будет возводиться. Тут уже возведена. Ну, а это что говорит? Это говорит о том, что он просто занимается спамом генераторов у себя на базе. И уже на 70% готов выход в Т2. А на Т2 очень неплохая, кстати, аура появляется рядом со зданиями. Регенит она, кстати, не меньше, чем регенерация капеллана. Поэтому, на самом деле, меня это ничуть не пугает. Даже, я думаю, это очень здорово взять его так подрегениться. Пока что мы видим, то, что ничего не происходит. Я выпью кружку чаю. Спасибо, дантист. Аусид. Тем временем, мы знаем, захватил здесь и здесь. Ключевые точки строит оружейную Хаоса, в которой можно будет заказать уникальную способность смерть слабым. Либо он это делает просто для того, чтобы была возможность заказывать адских когтей. Адский коготь. Адских когтей или адские когти? По-моему, адских когтей. Да. Потому что это название, это не про когти речь. Ладно, отряд командования по чуть-чуть бьет сектантов. Да, они, конечно, что-то пытаются тут подкромсать. Да, кстати, у них вроде и неплохо получается, но их просто мало, видите. Да, они атакуют своими небольшими ножичками, ковырялками для зубов, зубочисточками. Но ничего особенного. Так, тут происходит нападение. Стоят парни. Вот обратите внимание на регенерацию космодесанта Хаоса сейчас. Просто посмотрите, как круто регенит ХП. Реально круто. Под своей вышкой стоят, сражаются. Здесь есть рапторы. У них тоже регенерация прет. Они стоят, воюют. Тут имперские гвардейцы. Видите, у них красный такой кружочек вокруг их моделек. Это дебафчик. Они чувствуют себя дискомфортно. И герой тут себя нормально показывает, хаоситский. Пытаются вроде расчехлиться имперские гвардейцы, которые подошли немножко южнее, но на них нападают просто окрысившиеся
сектанты. Ну и просто вяжут их потихонечку. Это вообще приятно. Ай, умирает. Один остался, он просто герой. Погиб смертью храбрых. И мы видим то, что подходит очень мощная техника, адский коготь. Она тут же ловит способность очень неприятную в лицо. И в итоге просто стоит и смотрит на то, ну, свысока они, получается, с высоты птичьего полета. Стоят и смотрят, как их космодесантники хаоса погибают потихонечку. Как же долго живет. Посмотрите, регенерация бешеная. Очень долго живет тут герой, его не остановить. И мы видим то, что он своей палкой пытается реально пробить вот этого священника и имперского гвардейца. Ой-ой-ой-ой, герой был потерян. И мы видим то, что неужели Хаосит наконец-то выиграл? Великая победа Хаоса. Несмотря на то, что героя потерял. Если мы обратим внимание на ресурсы, мы увидим то, что на 2000 больше заработал денег в плане влияния Хаосит. И примерно на 300 заработал больше энергии. Великолепная игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!